2030 году интернет должен появиться в большинстве домов даже самых отдаленных деревень. А к 2025 документооборот на 100% должен стать электронным. Таковы задачи программы «Цифровое общество Чувашии», которую сегодня приняли на заседании Кабинета министров республики. Особое внимание будет уделено предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, созданию и развитию государственных информационных систем. Программа содержит несколько подпрограмм, к примеру, развитие информационных технологий и информационной инфраструктуры, информационная безопасность. Программу планируют реализовывать в несколько этапов до 2035 года.